Скинафтан, и теперь дела у Солигорска становятся, что с этим согласились сами футболисты. Ну а как этот 20-й тур будет развиваться, будем вместе с вами следить на телеканале Ясное ТВ. Меня зовут Илья Могилевец, всех рад приветствовать на сегодняшнем поединке. Арсенал, который располагается в середине, как раз Лукашевич на подборе, Гружевский бьет с метров 30. Ну и первый удар для статистики можем записать. Денис Гружевский решается на этот удар на 5-й минуте. В створке Гружевский готовит подачу в штрафную. Гружевский на дальнюю. Тут Свириденко. Свириденко в штрафную соперника. Один в один против Оришкевича. Раскачивает того. Свириденко низом. Опасно. Сорока на месте. Сотников с подбора. А мы смотрим опасный момент, который был у солигорского Шахтера. Прострел. И здесь не очень понятно, от чьей ноги, то ли от Поздняка. Подача на дальнюю. Зажигается свеча. Дальше подбор. Удар поворотом. Сорока перед собой. Свириденко не готов. Был близок Егор к тому, чтобы открыть счет в этом поединке. На 12-й минуте проспали игроки гостей этот стандарт. Позволили пробить молодому дарованию из Солигорска. Но Сорока справился. И тут же контратаку. Вот, сгоняется, раскачивает, подключает ловца. Ловец низом. Попадает мяч в руку, судя по всему. А потом все-таки ставится пенальти. Падение от игрока Дзержинского Арсенала. Мелковский подставился. Ну, давайте смотреть и разбираться, что же там Стицурин увидел. Ловец. Его дуэль против Черника. Ловец забивает. Все-таки Черник не потащил. Было близко. Было близко от опытного. Ну, какое-то такое странноватое, честно говоря, визуально смотрится. Плохая передача. Тут нет положения вне игры. Глубина была создана Сотниковым. Годяев. Уже в штрафной Годяев. Отклеивается от Янковского, бьет дальний угол, красота от Годяева, 38-я минута, старт 39-й, Годяев после ошибки Янковского делает счет на табло 2-0 в пользу гостей. Но в этом эпизоде, конечно, Данила Годяев красавец, здорово дождался передачи, вот как раз-таки после того, как Сотников создал глубину, я думаю, что коллеги дадут повтор по той позиции камеры, где она находится по границе штрафа. Вот Ковалевич бьет по створу ворот Сорока, но именно в ту позицию, где находился голкипер Арсенала, этот удар Дениса Ковалевича пришелся. А дальше на Гильерме. Гильерме. Есть время и пространство, чтобы и в штрафную войти. Гильерме выше. Лукашевич на Кабышева. Кабышев. Вновь под правую смещается. Пас в штрафную Ковалевич. Но можно бить. Удар Ковалевича. Мягкий удар с левой ноги. Не очень опасный получился, наверное, с точки зрения того, каким удар вышел у Макса. Кабышев будет первым на мяче. Кабышев штрафной. Кабышев под правую. Дальний угол выцеливал и находил. Кабышев и по итогу удар от ворот. Но вот не хватает Кабышеву, наверное, самого главного. Гружевский у мяча. Удар поворотом, Сорока кулаками мяч с линии выбивает. Кабышев на подборе, возвращает мяч в штрафную. Сорока из ворот вышел и вновь кулаками. Дальше на Зинькова, но Зинькова здесь взяли под прессинг, и мяч перехватили. Через центр ловец, удар, перед собой Черник, мяч в штангу попадает после сейва Сергея. Обошлось в этой контратаке для Шахтера. Поздняк, завис в воздухе, Оришкевич. Опустил мяч на газон. Кабышев на ближнюю. Сорока. Янковский первым на мяче оказался. Удар Ковалевича. Штанга через себя. Как пробил-то Денис. Но стойка ворот выручает Дзержинский Арсенал. Ну попади сейчас, да, вот мяч именно в сетку. Это была бы красотища от Дениса Ковалевича. Ну, давайте на левом краю. Пас низом в штрафную. Прочитал Вигери эту передачу. А здесь Зиньков на перехвате. Удар Зинькова. Рикошет. И это угловой. Подарили мяч Зинькову. Подарили момент для Ивана. Но успели заблокировать этот удар 99-го номера хозяев. Вот. Зависает мяч в воздухе. Янковский пробил, но пробил не точно. 4 в 4 контрвыпад. Оришкевич, удар в сторону, Черник парирует, ловец на подборе. Ловец слева, есть Кшинецкий с мячом. На Годяева. И вновь ловец. Пока его никто не... Дальше заброс на партнера в лице Матиша.
немножко затормозил Матиш, отыгрался через Годяева, удар и Черник, очередное спасение от голкипера Шахтера. Ловец на подборе, ловец, штрафной, ловец двоих соперников вокруг себя собрал и угловой заработал. Годяев смещается в центр, Годяев бьет поворотом, классный сейф от Черника, надежно от крутейшего голкипера в чемпионате здесь и сейчас. Направление Дениса Ковалевича, Андре на подборе и Санько. Еще бы чуть-чуть и 1-2. Но это по конспектам. Но угловой еще есть у Шахтера. Подача. Андре снимает мяч со второго этажа. Гребенев на подборе будет справа. Возвращает мяч в штрафную. Удар Лукашевича очень неточный. Вновь сопернику. А дальше контратака. А это 3-0. Матяш, да, это пожалуйста, это 3-0. Тушите свет. И хорош. Выбил перекладину Янковский. Сам же ошибся, сам же привез. Перекладину решил сломать. А она здесь при чем? Но все здорово сделано Дзержинским Арсеналом. Зрители на стадионе «Строитель» могут собираться и расходиться по домам. Больше здесь делать на стадионе вот этот субботний вечер нечего. Исполнять. По итогу ловец над стенкой и над перекладиной мяч отправляет.